Я от души хочу вас поздравить с этим вашим национальным праздником, с Днем независимости республики. Это действительно, наверное, один из самых важнейших праздников. Республика Беларусь сегодня одна из немногих на нашем постсоветском пространстве, которая является примером во многом примером для всех нас, сохранившая свои добрые традиции, не меняющая никаких в угоду новомодным явлениям все праздники. Парад 9 мая, который провели в этом году, доказал то, что белорусы чтут память, чтут ветеранов, чтут тех, кто в тылу, на фронте, своей кровью, своим трудом ковал победу в Великой Отечественной войне. Всего вам самого доброго!